Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 18 сентября 2020 года. У нас солнышко, чистое небо, отличная погодка. И мы с Дайнерис вышли погулять по огороду. На ручках, конечно же, гуляет у меня Дайнерис. И во время прогулки заметили такую интересную штучку. Вот здесь у нас идет стройка, выкопана земля. И видны даже срезы от деревьев. Здесь были деревья, вот их корни на срезе земли. И на одном из корней буквально за непродолжительный промежуток времени выросли вот такие интересные грибочки. Если вы знаете, пишите, пожалуйста, в комментариях, что это за грибочки. Они с виду похожи на опята. Они выросли на вот этих вот срезах. Мы сюда ничего не сажали. Это у нас в огороде. Они выросли на таком срезе корня от дерева, были тут березы, но вот здесь под шапочкой видны какие-то штучки, как у поганок, у каких-то вот такие вот, юбочка такая видна, размер у них маленький, они размером очень маленькие, желтенькие с коричневым, вот размер Дайнерис на ручках у меня, она их нюх-нюх-нюх, Дайнерис у нас с ладошку, да. И вот такие вот грибочки. Буду очень благодарна, если вы напишите в комментариях, что это за грибочки. Вот так это все выглядит со стороны. Сейчас отпущу немножко пробежаться Дайнерис. Ой, ой, холодно, скажи, не хочу никуда. Хвостик поджала. Ать, 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 ать. Ой, все, скажи, побежала собачка. Дайнерис у нас сегодня месяц и сколько у нас? 3 недельки. Вес 650 грамм. Так что вот такой вот таракашек. Трава мокрая, а здесь у нас можно отпустить Дайнерис в огороде. Сейчас попробуем на солнышко ее вынести. На другую сторону огорода с ней пройдем. И попробуем, пока все большие собачки у нас закрыты дома, отпустить малышку Дайнерис, побегать, поиграть. Вот тут солнышко и тоже залитая площадка под строительство бетоном, который, собственно, нагревается от солнышка. Ну-ка, малышка, в травку не хочу, трава мокрая, были дожди у нас. Да. Первая прогулка Дайнерис. Что скажи такое? Непорядок, скажи Дайнерис. Дома тепло и хорошо. А ты скажи, мама, меня зачем-то на улицу вынесла. Для чего, непонятно. Погодка у нас так себе. Сильные ветра, солнышко, тепло. Дождик вот прошел. Интернета нет. Видимо, из-за ветров. Где-то опять что-то повредили. И мы с Дайнерис гуляем на солнышке. Нормально реагирует Дайнерис на улицу. Ничего, собственно, не боится. Но прохладно, да, так. Некомфортно, скажи, на улице, да. Дома у нас тепловентилятор, в комнате тепло. А на улице не знаю, скажи, Дайнерис, чем бы заняться тут. Ну, вот здесь вот травка есть. Можно попробовать по коврику пройти, понюхать травку. Пчих, пчих. Там, правда, такой бетонный типа порожек, но пчих, пчих. Но, Дайнерис, будешь нюхать травку? Нет, скажи. Там холодно у вас. Ой-ой-ой, скажи.
Ай-яй-яй. Оп! Бух! Но здесь тропинка, вылезай из травы. Ой, тика, пойду обратно. Ну, прыгать будешь? Ох. Ой, скажи, и хочется, и колется, и страшно, да? Иди лучше на бетон, не надо тебе на травку. Иди, вот здесь тепло и сухо. Ой, 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 бегом, 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 бегом. Вот такой вот карапузик. Конечно, если бы мы были в городе, я бы такого малыша на улицу не вынесла. Но здесь мы находимся на частной огороженной территории и имеем полное право на прогулки в своем собственном огороде без посторонних животных. Убежала у нас Дейнерис Кутысь. Вот она. Ты где у меня, микробушка? Не буду долго морозить Дейнерис. Вот, берем ее на ручки масенького такого сладенького ребенка. Малышка находится в продаже 25 сентября. Малышке исполняется 2 месяца. И мы поедем на первую прививку, получать документы, метрику щенка и клейму РКФ. И сможем переехать в новый дом, если вы живете недалеко от Санкт-Петербурга. На этом мы с Дейнерис прощаемся с вами. Увидимся в новых видео. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!